Я думаю, что что-что, а в Крыму будет все в порядке. Будет обязательно, потому что Россия и Крым не просто не бросит, теперь это часть ее. Историческая часть, это тоже важно. Я недавно был и видел вообще счастливые лица людей. Это касается и Севастополя, и Ялты, и маленьких городков, которые гордятся тем, что они стали теперь принадлежать России. И, значит, соответственно, там худо-бедно потихонечку все наладится. Пока там, конечно, есть огромные проблемы. Финансовые проблемы, есть проблемы какие-то и политического частично характера, и всякие другие, там, с пенсиями разобраться, с деньгами разобраться, с работой разобраться, надо трудоустроить всех людей, теперь выстроить, это очень непростой вопрос. Сельское хозяйство, видите, сбивает отсутствием воды очень сильно. Но я, так сказать, тоже в моих мечтах, чтобы Крым был тем самым цветущим, ярким и любимым местом, просто любимым местом.